Не удочки кря-кря. Здорово, утята. Здорово, братан. Как сам, как альбом. Здорово, братан. Да чё вы, чё вы? Блин, там маленькие ещё. Ну утки, утята, ну вы чё? Я свой, короче. Фу, утачки. Если вот это трогается, у меня ёб? Думаю, да. Если, сука, пасть, всё видно. Ладно, сними МГУ. Воробьиная гора. Воробьёвы горы. Короче, тут много воробьей. Вид. Вид на Москву. А что он тогда Воробьёвы горы называется? Вот он, вид на Москву. Москву. Вот так вот, короче. А там авто МГУ, одно из самых крутейших. Вон баба позирует, смотрите, фоткается. Такая вся из себя модель. Короче, вот так вот. Такие вот пироги, короче. Смотрите, кто стоит. Ведущий, короче, кто смотрел передачу «Орел и Решка», вон он, ведущий их стоит, этого шоу. Та-да-да-дам-та-дам. Смотрите, ребятки, мы едем! Смотрите! Боже, не вырони, пожалуйста! И вот здесь я телефон уроню. Гляньте, смотрите, четко вообще, гля. Мы едем, короче, на вот таких херях. Тут даже для ножек. Тут для ножек даже есть.
Ля, нормально. Ну, для деле едет, не гони. Ля, вообще чё. Да, 400 рублей там стоит. Подушечки. Подушечки. Да слышь, отсюда спрыгнуть, ни хрен что вообще, ну, блядь. Да. Вообще чётко. А, ну так что не получится. Там, ну, ещё речечка. Вообще нормально. Москва-река, мать твою. Вот так вот, короче. Да ладно, норм. Ножки покажи. Ножки. Подставки для ног. Все, ладно. Чао, какао. Какао, чао. Чао. Да ни хрена, ну не страшно. Не, ну... Все бегают, а Руслан курит. Самый здоровый человек в Москве, короче. Тут, короче, весь народ бегает. Вон, побежал эти. Вот это была и курю. ЗОЖ. ЗОЖ решает. ЗОЖ, именно, да. ЗОЖ. Все бегают, блядь, катаются, пьют, курят, все. Вон еще поехали. Сексуально будет? Очень, да, очень. Смотрите, станция вообще нормальная такая. Красивая на Москву-реку. Вообще нормальная станция, да? Воробьёвы горы. Станция называется. Вот так вот. Вообще нормально. Мне нравится. О, и стой ещё там, он Олимпийский ещё, короче, виднеется. Сейчас покажу, мне сыт. Вот ещё, гляньте, цените. Вообще нормально так. Вообще покатит. И Олимпийский там, он ещё такая... Башенка. У-ху. Вообще норм, короче. Мужик на велике поехал. Вообще нормально. И Влада такая стоит. Такая. У-у-у-у-у. Как дела? Отлично. Чё такая грустная? Хуй сосала невкусный. Короче, вот так вот, нормально, покатит. Сейчас поедем в парк. До связи. А, о, не, сейчас еще метро вам покажу. Метро едет. Я слышу его. И я его... Телек, можно на халяву смотреть. Метро! Москва, 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 Москва. Короче, вот так вот. Много машин, небо, Влада. И я. Кофе, сумка, и я. И машина. И сиськи. Вот так вот, такая вот движуха. Жесткая. День хороший. И покатались. И погуляли. Вообще нормально. Та-дам-та-дам-там. Музеон. Итак. Чё, нормально, короче, у него был. Надо поснимай меня. Я покажу, положу. Турция для вас. Вы не жители
не Москвы. Я покажу вам все, что у меня. Это перила. А это дверь. Это картина. Это плитка. Да, может, можно ходить еще? Да, Юхан, не душу. Чем бабочка? Будем мочить ножки, снимать кроссы, вода сняла уже, ну и норм, сейчас снимем кроссы и будем мочить ноги, ноги мочи. Будем мочить ноги, сейчас мы намочимся, знаете, фонтанчик какой. Нормальный, нормальный. О, классно, хоть освежиться можно. Ну там, короче, сзади вот так вот. Ну такой обычный парк, ничего такого особенного. Главное, что можно помочить ноги. Бля, у Влады волосы рыжие светятся. Руслан Иисус уходит по воде. Иисус! Вы вызывали меня, Дева Мария? Твори добро! Я сделаю, чтобы вышло солнце. Оно и так уже вышло, без солнца. Ну, потому что я сказал, и оно вышло, эти дня не вышло. А, ну, слушай, реально. Иисус! Если сделаю так, что я окажусь в теньке, смотри. А, ну. Вот это магия, блин. И чё? Никто не может ходить по воде. Обалдеть. Только Иисус. Только рожденный быть Богом. Рожденный быть лохом. Смотри. Бульк! Да, блин, я же должен был исчезть. А, ну давай, да. Прости, я запорол. Нет, ты запорол. Короче, дамы и господа. В палатках мы получили на халяву колу с нашими именами. Вот, Руслан, Влада. На халяву колка. Колка на халяву. Колка на колка. Все, ладно. Здорово. Мальчишки и девчонки. Также их родители. Идем возле Москва. Там он кораблик снимет. Думаем, короче, пойти на 80 тысяч рублей, вот так пойти покушать. Что-то вот жалко, деньжат, конечно. Поехали. Очень страшно, 12 мелочевка, 80 тысяч. 80 кусков, короче, да что там, да? Ты то похаваешь, и тут будешь ехать и хавать. Ладно, чао.